Всем привет! В эфире программа «Ваше шоу плюс» на телеканале «Европа плюс ТВ Беларусь». С вами Василиса Воробец и прогноз погоды по Беларуси с 25 по 31 декабря. Если верить прогнозу, вся последняя неделя уходящего года будет пасмурной и снежной. В некоторых регионах Беларуси температура воздуха будет положительной. В последующей неделе столбики термометров, согласно прогнозу, редко будут опускаться ниже отметки в минус 3 градуса. С 25 по 31 декабря по республике днем в среднем минус 1 плюс 3 градуса, ночью минус 1 минус 3. Большую часть недели преимущественно пасмурно, небольшой снег. В Минске днем в среднем минус 2 плюс 1, ночью от минус 1 до минус 3. В течение недели пасмурно, небольшой снег, временами облачно, смешанные осадки. В Гомеле днем в среднем 0 плюс 2, ночью от 0 до минус 2. В течение недели облачно, смешанные осадки. В Гродно в течение недели днем в среднем 0 плюс 2, ночью от 0 до минус 1. В течение недели облачно, смешанные осадки. В Могилеве днем в среднем 0 минус 2, ночью от минус 1 до минус 3. В течение недели пасмурно, небольшой снег. В Витебске в течение недели днем в среднем 0 минус 3, ночью от минус 1 до минус 3. Пасмурно, небольшой снег. В Бресте днем в среднем плюс 2, плюс 3 градуса, ночью от 0 до плюс 2. В течение недели облачно, смешанные осадки. Хорошей погоды вам и удачной недели!